В Акуловке все в ожидании начала музыкального фестиваля «Кинопробы», посвященного 55-летию Виктора Цоя. Ведущие рок-группы страны примут участие в грандиозном опен-эйре. Какое настроение у музыкантов и зрителей? Алена Суфтина с места события. Официальное открытие рок-фестиваля «Кинопробы» запланировано на 18:00, но, что называется, движуха на аэродроме в Акуловке началась с самого утра. Люди подтягиваются, музыканты проверяют аппаратуру. «21 июня для проведения фестиваля выбрано не случайно. В этот день кумиру миллионов Виктору Цою исполнилось бы 55 лет. Играть русский рок в глубинке приехали группы «Пилот», «Чайф», «Кукрыниксы», «Алиса», «Бригадный подряд», «Северный флот», «Князь», «Луна», участник группы «Кино» Юрий Каспарян и сын Виктора Цоя Александр. Утром они посетили памятник музыканту в Акуловке у железнодорожного вокзала. Есть сомнения по поводу того, почему выбран мотоцикл в качестве образа, но, в принципе, почему нет? Почему бы и нет? По-моему, довольно мужественный. Тот факт, что именно в Акуловке между двух столиц проводится фестиваль памяти, это хорошо? Ну, погода немножечко нас подводит, мне кажется, но в остальном, по-моему, прикольно, да, по-моему, хорошее, наверное, хорошее место, я еще не видел, сейчас посмотрю. Лидер группы «Чайф» оценил по достоинству новгородское бездорожье. До Акуловки из Питера они добирались 4 часа. Из Питера сели на машины, ехали сюда до Акуловки. И нас все время мучает только один вопрос. Почему здесь? Почему? Нет, все понятно, ради чего и ради какого события, но почему здесь этот вопрос? Но когда я узнал, что это родина Миклухи Маклая, я понял, что ну тогда только здесь, конечно. Погода пока не радует, дождь, ветер, но для ценителей живого звука это не помеха. Я из Питера, из Питера. Мы все питерские. Там москвичи в столовой сидят. Вы как, с ночевкой, не с ночевкой? С ночевкой, хотим палатку поставить. Погода-то не под палатки. А нам все равно. Мы сейчас в свое время слушали его, 90-е годы, это начало, конец 80-х. Значит. А песня любимая какая? Группа «Крови на рукаве». Основное действие начнется ближе к вечеру. Настоящую хорошую музыку мы покажем вам в наших вечерних выпусках. Из Акуловки Алена Суфтина, Диана Васина, Елена Казакова, Илья Круглов, Петр Самусов. Новости. Новгородское областное телевидение.